Воскресенье, 21 марта. Вчера приехали. Нам помог Андрей Ахавов добраться. Толик нам дал свою собаку. И вот мы тут. Вот она, зимняя Мелинка. Зимой, кажется, что гораздо все ближе. Вчера видели много лосиных следов. Да и здесь какое-то зверье бегает. Так они решили, куда податься. Сейчас топим маленькую печку. Русскую уже истопили немножко. Так, слегонца. Ночью немножко померзли, конечно. Ничего, терпимо. Вот столько снега на крыше. Трубы идет дымок. Так, ну вот мы собрались на рыбалку. Так-то ты вроде не проваливаешься по целине. Блин. О. Вот мы и на Волчьем. Вот мы и в Хопре. Сейчас мы так порыбачим. Так порыбачим. Кого просто бьет. Немного тоньше, чем... Да. Так, где будешь? Конечно, не ходи. Интересно, вот это. Такой способ проканает. Костя. Оп, Костя. Хорошо, ты там не сидишь. Я на твоем месте другую дырку бы делал. Угу. Да, я уже сижу, посижу. Костя сверлит лунку под рогатку. Вот жилец. Второй уже. Поймали два окушка. Жилец мы уже поставили. Это вот вообще так его обрубили. Все нормально. Под конец. Костя отправился ставить еще пару жилец. Купцов у нас. Более наловлены, конечно. И одна жерлица у нас флажок поднялся. Мы пока не торопимся. Посмотрим, что будет. И вот такие живцы есть.
И не погрызен, да? Сидим мы на водоеме. Как она называется-то? Волчье. Вот такую вот гадость мы сейчас будем пробовать. Да. Практически. А ловим вот такую. Ловим вот таких вот собак диких. Коллектив прежний. Товарищи. Это точно. Не меняется ничего. Тетя Люся, тебе опять привет. Привет, тетя Люся. С озера Волчьего привет! Да-да. Может еще откуда потом. Это живцы с озера Волчьего. Это Костя, который их ловит второй же день. Сидит на озере Волчьего. Это Андрей, которому скучно. И он нам принес бутылочку. Бутылочку непростую. Миша, узнаешь свой подарок? Вот так вот, блин. Довелось нам все-таки попробовать французской водки с немецкого рынка на русском озере. Вези еще. Да, вези. Рецепт-то наш. Вот Костя пытается. А, да, Костя. Привет кому передавай. А, тетя Люся, привет. Тетя Люся, общий привет. Я к тебе вернусь.